Добро пожаловать на шоу Хофасмы! И сегодня мы готовим мастер шурму, но для этого нужно быть настоящим ножчей! А вот и ножчо! Подготовим необходимый инструмент! Молоток, хуеток! Говорилка для ног! Чесалка для яиц! Дилда! И, конечно же, орехоковка! И первым делом расстелим лаваш! Добавим немного капусты, пошинкуем ее слегка. И совсем немного красного перчика. Сделаем его чуть-чуть нежнее. Достанем немного майонеза и аккуратно ровным слоем нанесем на лаваш. Острый кетчуп. Кашурки нахуй! Зашпаклюем тут хуям все! Лук! Не брат он мне! Осталось добавить немного сочного барашка! То, что надо! Завернем эту красавицу! Вот мы и приготовили нашу блядскую шаурму! Подписывайтесь на канал и ставьте лайки! Какая вкусняшка! Они такие твердые, мои зубы. А, так они же собак же, не для котят.